Из них в многочисленных так называемых ахматах, разнообразных батальонах, север, запад, восток, юг и других подразделениях с этим названием, в которых какую-то часть представляют чеченские силовики, и которые находятся, конечно, не на линии фронта, а за линией фронта, во втором, третьем, пятом эшелонах. И в эти подразделения выполняют функции полицейские, патрульные, функции заградотрядов, естественно. Но вот в этих подразделениях, наверное, насчитывается, ну, до 10 тысяч военнослужащих.